значит стоящий перед царем? Ну, это можно представить себе, что если я стою перед Творцом, и Творец, он включает в себя все исправления, то мне нечего делать, только лишь увидеть, насколько я не исправлен и насколько я должен исправить себя, и насколько все мои исправления, они находятся в Творце. Если я исправлю себя, то это, как сказать, больше этого мне ничего не нужно. То, что я хочу, это в сущности быть в связи с Творцом. А теперь, когда мы все находимся в эгоистическом состоянии, получается, что если я прошу что-то у Творца, то я завишу от Него, и я ощущаю это как изъян, как дефект. Но потом, когда я хочу соединиться с Ним, как раз-таки все вот эти возможности попросить у Творца, они станут для меня наслаждением, что я завишу от Него, что я связан с Ним. И вижу себя соединенным, буквально приклеенным к Творцу. Что же может быть лучше этого? Так я ищу, как еще больше слиться с Ним, всеми своими фибрами, всеми своими клетками, и телом, и душой. Тогда как сейчас для меня это какое-то, ну, по крайней мере, неприятное состояние.